Давайте. Добрый вечер, друзья! С нами Кирилл Владимирович Яковлев и Антон Смирнов. Сегодня у нас вечерняя встреча у легендарного дома. Дом этот расположен на Московском проспекте, дом 37. Уникальное здание построено в 1950 году по проекту архитекторов Валентина Александровича Каменского и Галины Леоновны Ашрапян. Что вы скажете, Кирилл Владимирович? Антон Александрович, мы находимся с вами действительно у выдающегося памятника архитектуры советского неоклассицизма. Ага. Здание было построено в 1950 году и заняла очень знаковое место в перспективе Московского проспекта. В это время на Московском проспекте было построено очень важных, несколько очень важных доминант, градостроительных доминант. Одна из них перед нами, другая находится неподалеку возле станции метро «Парк Победы». Еще несколько таких доминант должно было появиться. Одна из них на месте гостиницы «Россия». Две доминанты при въезде в город со стороны площади Победы. Ага. Они так и не были осуществлены. И надо сказать, что это такая некая реплика московским высоткам. Советские архитекторы того периода вдохновлялись явно и столичными сооружениями, и историческими прототипами, а именно надгробными стелами времен Римской империи, ага, Ближнего Востока. Что вы скажете, Антон Александрович? Кирилл Ильич, надо сказать, что вот это здание стоит на очень таком подвижном культовом месте. Известно, что этим участком практически всю вторую половину 19 века владели одни и те же купцы. Дом постоянно переходил из рук в руки. И вот этот культовый первый этаж, на котором мы видим сейчас небольшую пекарню, претерпел огромное, сменил огромное количество арендаторов, нанимателей, да? Тут была и аптека, и куча пекарен, и мясо, и черт знает что. Вот. Поэтому дом действительно очень стоит на таком намоленном, да, и успешном месте. И, конечно же, он, на мой взгляд, друзья, вот что важно. Кирилл Владимирович это уже сказал, но я повторюсь, что мы идем на него, да, это важная доминанта. Мы идем на него, начиная от Сенной площади, почти 1.5-2 километра, да, и мы идем от Фрунзенской тоже на этот дом. Поэтому я считаю, что не будь этого дома, путник, да, особенно в нашей январской дымке, февральской сегодняшней, порой потерялся бы, да. А это как храм, да, Кириллович, ведь в деревнях люди шли на храм, шли на крест, на колокольню. И вот такую же роль путеводной звезды, венчающей этот прекрасный шпиль, играет сегодня и этот знаменательный дом. Спасибо, друзья. Спасибо Кириллу Владимировичу. До новых встреч. Всего доброго.